Прямо идет из этого, из центральной оси выкапывает. Это страхи, привязка к страхам. А вообще человек, который не видел, что изначально здесь было, я бы очень как бы напряглась, увидев такой хаос всяких сталактитов, да? Тут же рука со сталактитом. И получается, черти что. Ну, что-то такое гигантское. Что еще? Опять? Стой, держи эту штуку. Слушай, сколько ты со мной отжигов делаешь? У тебя такого никогда не было. Что тебя не по-детски с тобой что-то происходит. Такая, блядь, абракадабра получилась. Но у тебя чуть-чуть раньше начался этот дурдом, если честно. Позвала человека с тарелками, что буду сейчас насыпать ужин. Слышу звон по дому, звук падения, звук бега, потом падения. Как будто ее не кормили 200 лет. Ты хочешь кушать? Нет, не хочу. Пока шла с тарелками, 3 раза упала. И понеслась. Только знающий человек найдет здесь ноги в ожреге, ягодицами и ягодами в них. Ну что, это можно позже уже дожигать. Ты можешь пойти отдохнуть. Не шуметь. Одна нога, получается, фильтр не загорелся. И, короче, одна нога будет пережигаться. Ну, ты понял, прожигаться заново. Это самый веселый отжиг в моей жизни. Я тебе говорила, это необычные свечи, я ради них родилась. Иди достань карту из колоды, посмотри, что с тобой происходит. Сама возьми какую-то Таро, любую колоду возьми и посмотри, что происходит. Полина, не надо ничего ломать. Капец. Нашла колоду. Это ж не, ну, не Таро. Ну ладно, да. Ого! Смотри, как разорвалось тело. Видишь, там ягодица осталась с ногой и с частью руки. Ну, полностью часть тела осталась левая. А правая нога горит себе дальше. Что мы тут видим? Тоническая магия, привязки, вот, которые мы жжем, остуда, а подъем энергии, вот это не по нижним чакрам. И змея может показывать на подъем энергии кундалини. А плюс это, ну, острота, опасность, хищник. И такие же недоброжелатели могут быть. Видишь, остывшая вот эта энергия была, скорее всего, родовая. Ну, так как а вторая чакра у нас отвечает в твоем возрасте не за сексуальность, а просто за развитие пока органов и за творчество, вкус, цвет, ну вот эти вот все удовольствия жизни. Сейчас, подожди. А, и удача, успех в этом всем. Может, когда-то наваяли рунами, но это явно какое-то что-то вражеское. Опять-таки, вы взяли те вещи, кто что переносил. Каждый взял по карме, ну, по резонансу. Ладно. Да, вот видишь, личную жизнь отжимали.
какой-то ритуал был, связанный с отношениями, домом, семьей. Заговоры, погостная махия, закрытая дорога. Нехило ты достала. Все? И ведьма, да? Ведьма ритуал. Ну, прекрасно. Притом, вот это все вместе может быть, что мы сейчас работаем, человек силы, и, ну, проходит какое-то действо. Ух ты, смотри, тут у нас что-то загорелось. Травки или что? Смотри, видишь, воск по-другому горит. А там не должно... А, нет, есть травки. Травки разгорелись. Это у нас правая нога, будущее. Кстати, смотри, фильтр пошел в правую ногу, в будущее. А прошлое надо будет сделать еще одну жечь. Ну, вообще, не складывай, я потом сниму. Вообще, по совокупности... И грязная работа, вот. Кровников. Ну, родовая, что-то по роду. Ожидание, предупреждение и отсечение. А я сегодня еще с тобой хотела материнской линии. Да ну, самоубийца, уйди отсюда. Ну, давай мы поможем. Спрыгивай. Давай, спрыгивай, не надо. Вот так, туда вниз. Постарайся не наступить на него. Так, смотри. На вопрос, что с тобой происходит, где первые карты? Змея, это вот и от подъема кундалини до врага, ну просто опасный кто-то, коварный, соперники так еще. И везде идет про отношения и привязки, так как это в данный момент в этом воплощении тебя еще не касается, но это еще и дружба может быть, вот тут взаимопонимание. Это касается твоих предков. Ну, по любому случаю, раз это карма рода. И что у нас тут? Остуда этого всего. Ну, жизнь вашу, вы знаете. Ты знаешь, тут понятно, что это все было заморожено. И забрана удача. Почему-то здесь руны нарисованы. Не знаю, как-то это с рунами связано. А теперь смотри. Следующее, это тоже оплаченная работа и тоже связанная с вот этим. У меня горло перехватывает, ого, давно у меня такого не было, прям режет горло. Вот это семья, вот это любовь, ну, партнерство. И красиво, красиво, что было оплачено. Заговор, ну, какая-то текстовая информация книжная, погостная магия и перекрытый путь. И у твоих по женской линии предков, и, ну, ты историю знаешь, там действительно все было перекрыто, и вот эта мертвая энергия, которая в доме раньше была, то, что я говорила, погостная, и вот это очень похоже на канал погост, ну, вот эта вот штука, и сердце, остуда сердца, и погостный канал. Хорошо, мертвая энергия. Еще ты достала, что это касается рода, ну или ритуалы на крови, какие-то там гадкие с жертвоприношениями, грязная работа, ожидания, предупреждения и отсечения. Ну, они не в той последовательности были, но, скорее всего, поэтому тебя и плющит за бабушек, мам и прабабушек. Ну, выходит напряжение, которое было в поле общее, родовое. Не зря я сегодня хотела с женским родом с тобой работать. Ну, а вот смотри, будущее-то мы с тобой прожгли, а вот это прошлое. И его надо будет сейчас. Хорошо, что, наверное, дожглось. Я его переплавлю сегодня. Сделаю или свечу, или скрутку из трех. Может, и фигуркой маленькой сделаю. Не знаю, как фигуркой. Буду ли лепить, но... Может, просто свечой. А, дегуга мне собиралась. И отсечь в прошлое. Я же помню, что я что-то хотела. А сейчас ощущение какое? Ребенок, новое начинание. И подкова. Я вот эту карту хотела, но еще там сунулась. Ну... Изменения энергии. Как ощущение? Оторжалась уже? Пустота есть или нет? Крысы, потери. Крадники. Треугольник. Потери, крадники. Мне нравится. Крадник, треугольник.
Что говоришь, что и тянешь. Ну, как бы, ты же в потоке говоришь. Я говорю крадники и держу карту крадника в руках уже, видишь. Еще серия, да? Капец. О, тут будущее уже прогорело. Теперь будем разбираться с бывшим. Целая ягодичка осталась ногой. И рукой, смотри. Ягодица, нога и рука. Прикольно. И весело всем жилось. И часть живота, кстати, вот половина, даже пупок есть. Нормально. Блин, Полина. Тебя плющит. Это даже хуже, чем со снятина вниз. Да я так не очень ориентируюсь, но где-то если повернуть. Когда с полуны спускаешься, это хуже. Так. Тоже как это получилось, как лапа. Возвращаешь катвангой себе силу жизни. Ну, вот это еще дожжем. Расчленёнка. Смех сквозь слезы. А пояснить причину этого ты не можешь, да? Просто выходит эмоция. Ну да. Если еще можешь просмотреть какие-то ниточки внутри себя или там путы, привязки, канаты. Можешь прям вокруг себя представить кучу канатов и дожигать, и вот это осью ставить. Ну, это катванга, это сила власти. Собирать себе власть над своей судьбой. Сидела всегда на уджигах, никто и не знал, что она рядом сидит. Если бы я не открывала рот и не говорила. А счастье понесло. Это хорошо. Это выход напряжения. Не, дегук, это дегуище получится. Тут еще одна джерегинь простяк получится. С этого куска. Так. Это не... Не ладно. Он пришел. Ты посмотри, а это он реально поднялся? Он же здесь один был, да? Да он опять поднялся, я же его вниз скинул. Такой упертый парень. Нам бы его целенаправленность. Целеустремленность. Смотри, что он вытворяет, да? А чё ты такой упертый? И чё ты тут забыл? Странно. Может, запах воска? Это же естественный натуральный запах. Ну, пчелы думают рядом мед. Пора идти.